Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, мы с вами продолжаем и заканчиваем сегодня играть в интернет-кафе симулятор, потому что, ну, уже... О, блядь. Просыпайся, спящая красавица. Ух, ёпть. От террориста спас. Вот этот мужик хорош. Вот этот хороший мужик. Спас меня от новой перестановки мебели. Молодец. Смотри. Мы с тобой сейчас купим компьютеров. VR-установку. Наверное, VR лучше купить, потому что VR у меня вообще нет. Был бы VR, может быть, какое-то хоть разнообразие было, я не знаю. Отзывы. Пятизвездочные почти все. Если придут более красивые девушки, тогда дайте один час бесплатно, я увеличу оценку. И куда уж увеличивать 5 звезд, это максимум, мне кажется. Панда Кафе Сим. Мы с тобой открываем. Открываем вот это. Сейчас получишь пиздюлей. Получил. Молодец. VR-headset. Купим сразу пятизвездочное. Вот это куплю. Давай два куплю. VR-контроллеры. Где там пятизвездочные? Ой, какие они странные, страшные. Вот этот. Их же по два надо, нет? В смысле? Я что-то не пойму. Их надо же, видите, по два покупать. Да хрен с ним, пока пусть будет один. Я не знаю, как они будут работать. Консоль TV 55. Пусть будет вот этот. Два вот таких телевизора. Зачем, не знаю пока. Лампочки какие-нибудь красивые нужно купить. Хотя пока нет, пока не надо. А джойстики? Джойстики нужны вообще? Нет, у меня же VR. Для чего мне джойстики? Консоли. А, играется без консоли VR, да? Правильно же? Какие-то странные вещи. То есть мне телевизор тоже не нужен. Мне нужно только по факту... Pro VR headset и Golden VR контроллер. Но, я так понимаю, контроллеров мне нужно все-таки больше чуть-чуть. Чуть-чуть больше. Вот, вот так надо сделать и купить. Если будет два лишних, я куплю еще два шлема. А, телевизор. Ну, ой, телевизор. Стол-то мне нужно было купить, что я туплю. Опять я назад. Не настолько назад надо. Кстати, у меня почта открылась. Ты гляди, там почта, одно сообщение пришло. Где тут дески? Деск для VR. Нужен еще один стол для VR. Да? Да. Заказать. 2500, представляешь, сколько денег у меня уже? 2500, с учетом того, что я себе ни в чем не отказываю. RGB. Это нормально, да. Точно пить нельзя собак? Точно, они просто убегают. Что хотел сделать? Так, деньги протягивает. $801. Ну, нифига себе. Я что-то хотел же. Я же наверняка что-то хотел. Вот вспомнить бы, что я хотел. Было бы круто. Кстати, а что сейчас на месте моего... В доме в моем, на месте клуба, который был на втором этаже. Закрывай. И на второй этаж. Поедем, посмотрим. Просто, ну, он же взорвался, я ж там целую операцию провернул. Вот это тут колбасит. А можно что-нибудь своровать? Ну, типа, оно же вам все равно не нужно. Дайте попользоваться хоть немножко. Не, слушай, нельзя. Не взять ничего нельзя. И сделать ничего нельзя. То есть по факту просто здесь ничего не осталось. Можно поспать пойти. Даже радио взять нельзя. Типа, чтобы она у меня хотя бы играла. А в чем проблема? Закрывай. Закрывай. Молодец. Пойдем домой. Поспим. Сохранимся. Оп, почесал. Нифига себе почесал. Аж краснота какая появилась.
Пойдем поспим, может быть, нам нищий что расскажет. Просто, ну, блин, нищий, он что-то как-то последние два дня ничего не разговаривает с нами. И нужно все-таки спросить. Спросить, может, что нового расскажет. Закрывай. Поехали, говорю, поехали. Да открывай давай, пойдем. Не вижу нищего, возможно... Да, все, он нам больше ничего не расскажет. Все, что мог рассказать, он рассказал. Все трулятся, не покладая рук. А я пойду разбрызгаю освежитель. Ну, потому что нечего вонять. В моем клубе должно пахнуть вкусно. Правильно, правильно. Свинка тоже должна пахнуть вкусно. Так, нифига себе мне тут надавали. Так, 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 так. Так, пойдем отнесем вот это внутрь. Пробежит он? Пробежал, молодец. А, возьму контроллер. Не надо так кричать. Возьму вот этот контроллер и возьму шлем. Пойду наверх сразу, поставлю все это дело на... На стол, который у меня здесь припасен. Пекарня сюда нужна. И два контроллера, вот что. Так, а нормально, что я это? Да, вот так вот нужно было сделать. Угу, 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 угу. Давай закажем сразу компьютер сразу сюда, чтобы приехал и... Ну все, типа... Я просто отвлекался немножко. Пекарню мы с тобой покупаем. Правильно? Правильно. Ой. Пекарня, пекарня. Пекарня у меня вот она. Наверху. Компьютеры, кейсы. Нужны самые четкие, потому что, ну, самые четкие будут лучше всего воспроизводить, соответственно. Две штуки нам нужно с тобой. 3000. А, так, а подожди, заказик какой-то пришел. Заказик, это, скорее всего, да, вот сюда и вот сюда. Так, стол несу наверх. Пилим, пилим, сейчас девушка пойдет относить заказы. Блин, а вот сюда не... А, вот сюда, наверное, надо помещать. Вот сюда нужно поставить. Да что такое, чуть не поворачиваешься. Ты чего не поворачиваешься? Ну-ка, вот так. Блин. Вот сюда нужно ставить. Приехал компьютер. Хорошо. Так, дракон ровно нарисован. Дракон ровно нарисован, отлично. Да хрен с ним, как оно стоит. Ровно, неровно. Самое главное, чтобы все работало. Headset. VR-контроллер. Это в левую руку. Это в правую руку. Тихо, вот так вот надо положить. Это в голову. Вот так. Равнёхонько, чтобы лежало все. Идем с тобой забирать пекарню. То есть, чтобы сразу все было в сборе. Угу. По факту мы сейчас с тобой... Тихо, деньги предлагает, я не беру, нифига себе. Что-то маловато как-то он мне дал. Она, точнее, это была же вроде девушка. Вроде девушка была, хрен с ней. Девушка так девушка. Два компьютерных кейса. Два компьютерных кейса мы с тобой поставим вот сюда. Ну, типа, чтобы они не мешались. Так, сюда? Как она выглядит? Ага, вот так она выглядит. Давай вот, вот сюда вот поставим. Нет. На столе стоит. Вот так вот отлично. И вот этот вот сюда поставим. Да почему ты хочешь... Почему ты хочешь наискосок поставиться? Не понимаю этой жажды. Пойдем вниз, идем за дополнительными контроллерами, которые будут у меня лежать на столе, на правом, на втором столе для VR-комплекса моего мужика. Отойди, пожалуйста, пожалуйста, отойди, блядь, не мешайся мне, пожалуйста. Так, это сюда, это вот сюда. Все, два стола для VR укомплектованы. Немножечко стеночки надо было подвинуть. Что-то как дурак поставил все. Некрасиво, блин.
Понимаешь, вот некрасиво поставил и все, и, блядь, нет, прям душа разрывается. Вот так. Вот так же. Да, вот так. Вот теперь вот меня радует это. А, вот это вот сюда. Вот это, соответственно, сюда. Почему-то они какие-то обгрызанные. Мне кажется, что они уже использовались ранее кем-то. Это не мое дело, это как бы уже... Это как бы уже пусть они сами разбираются. Так, тут заказики пришли. Теперь у меня что? Что занято сейчас? Нифига себе. Так-то дорого. Это PC, это VR. 8,9. Слушай, дороговато, да, дороговато. Что такое за 10 долларов? А, за 10 долларов, скорее всего, это заказ, да. Так, это что? PC. Утвердить. У меня хватает сейчас, кстати, на еще один, наверное... Нет, на еще один VR не хватает. На VR там примерно уходит что-то около 5000, я так понимаю. Заказов миллион, просто миллион. О, инопланетянин, здравствуйте. Блин, а нет человека, который будет сам еще и заказы принимать, чтобы у меня просто автономный бизнес был? А то мне самому приходится нажимать на кнопку еще на вот эту. Блять. Эх, сука, не смог, не успел. А, где там найм сотрудников? Работающий, он сможет защитить магазин, клинер, бонсер, кошмар на неплательщиков, готовит блюдо. Нет, здесь нет такой ерунды, которая сама будет за меня все делать. Утвердить. Короче, VR есть, давай консоль купим. 2,7. Ты гляди, уже все пошло только так. Кстати, да, антивирус. Антивирус надо продлить, может быть, купить. Он у меня когда закончится? А никогда не закончится, я так понимаю, да? Разблокировать, разблокировать. Все, конечно, разблокировать. О, все, до свидания. Что у нас там по биткоинам? Крипто. 0,1. 0,1. Ну это много на самом деле. Сейчас должно прийти... Быть где-то около 9 тысяч. Да, 9 тысяч. Ну мы с тобой в принципе в плюсах в любом случае. Отлично вообще. Сейчас еще одному пизделей прилетит. Прилетело. Две почты у меня написаны. А, это служба. Служба безопасности, это круто. Тихо, а тут деньги предлагают только так. Увидели, наверное, как там получают пиздюлей люди. И больше так не хотят. Так, что у нас там по заказам? Я просто на кассе работаю, блин. 11,5 тысяч у меня долларов. Че хочешь, делай. Че хочешь, делай. А так, заходим на Замазор, наверное, да? Да, заходим на Замазор. Покупаем крутые джойстики. Любые крутые джойстики. Какой бы купить? Наверное, нужно купить вот этот. Или вот этот. Да этот куплю, этот куплю. Да что такое-то? Вы издеваетесь. Теперь два телевизора куплю. Утвердить, конечно. Два телевизора положил в корзинку. Теперь консоли. Две самые крутые консоли. Соответственно, вот эта консолька и вот эта консолька. Джойстики-то я взял от них. Правильно, правильно. Так, и, соответственно, стол под консоль. Нужен же. О, еще одному. Сейчас прилетит. О, 127 долларов. Здоровье же дороже, я думаю. Они как-то вообще не переживают. Дески. Что у нас там? Консоль тейбл. Кофин консоль тейбл. Олд компьютер тейбл. По факту, вот, наверное, нужно вот вуден... Консоль тейбл, хотя я не хочу вуден. На 8 тысяч накупил. О, красота. О,
Женщина, здравствуйте. А она мне отдала деньги? Она мне не отдала деньги, она... Двое ушло. Секьюрити, там еще один. Это был баг, да? Это баг. Слышь, секьюрити. Тут человек дерется со мной. Вас не смущает ничего? Да, он в стойке до последнего будет стоять, я так понимаю, да? Да. Ух ты, блядь. Какой ты прыткий малый. Давай возьмем биту, просто подойдем к нему, как следует, сделаем. Чуть не ударил меня. Я был так близок. Кстати, там пылесос, по-моему, закончил свою работу. Утвердить. Сотрудники. Так, работающие. Все работают, только ни хрена не происходит. Этого я тоже найму. Всех нанял, вообще всех сотрудников нанял. Всю игру прошел почти. Получается, правильно? Правильно. О! Пойду за новым рюкзаком. Я не могу с этим маленьким ходить. Так, что там такое? Собаку. Собаку выкинули в мусорку, офигеть. Ну и дела. Ну им правильно, молодцы. О, $808, нифига себе, охранник окупает сам себя. Fat Computer Case. Прикольно, конечно, но мне уже больше ничего не нужно, я уже все купил. Кома Pro Backpack 2050, так. За треху вот эту. Так, я хочу продать свой рюкзак. На, за 260. А вот этот купить. Сколько он даст мне? Ух, нифига себе. Он даст мне все слоты, которые только возможно взять. Которые только возможно дать. Вообще красота. От греха подальше просто. Просто от греха подальше. Что мы можем сделать? Так, холодильник-то пустой, да? Что-нибудь ходит туда-обратно. Накладывает что-то, как будто что понимает. Так, давай повара заскриним, что ли? Ну что, хрен ли он ходит просто так? Иди ко мне. Вот так, наверное, заскриню, хрен бы с ним. О, бежит, смотри, своровал что-то. Своровал, сейчас получит пиздюлей. Не, не получит, он просто так убежал. И правильно, а что нет? И вот это сейчас уйдет, тоже не оплатив. По-моему, у меня что-то не так. 514, вот это красота. Что по деньгам у меня? 5700. Ух, я пылесос второй купил, потому что один явно не справляется. Тихо. Что происходит? Что-то звуки какие-то страшные. Почему все само не складывается в рюкзак? Мне тут не нравится. Но нравится то, что можно стол положить в рюкзак, и он там помещается спокойно. А еще я консоль в руки кладу. Да вообще все в руки кладу, оно не в руках, а просто висит. А в небе. Угу, так получается у меня два стола, две консоли и два джойстика. Ну да, все правильно, все по списку. Молодцы. Так, ребятки. Вы тут занимаетесь. Вы тут чем-то развлекаетесь. Вот сюда я сделаю консоли. Хотя, ну да, да, вот сюда вот куда-нибудь. Одну консоль вот сюда. Другую консоль вот сюда. И хрен на вас на всех. Вот сюда положу. Одну консоль вот сюда. Блять. А что там за галочка такая? Подожди, а что это такое? Все понял. И доперло. У меня там просто галочка, вот видишь, крестик. Два джойстика надо. А кто же знал? А я не знал. Никто не знал, никто не предупреждал. И стул нужен для того, чтобы играть в консоль. Нихуя себе новости. Об этом уж точно никто не говорил. Так, ну ладно, давай. Блять, не жалко, я как бы куплю. А телевизор где второй? Я же два телевизора покупал. Что происходит? Так, ну, у Xbox должны быть Xbox-овские джойстики. У плойки должны быть плойковские джойстики. Ну, весьма странно. Короче, мне нужен еще стул. Два геймпада. И стул. И телевизор, кстати. Блять, куда телевизор делся, я вообще не понимаю.
да пролезь-то, пожалуйста. А куда телевизор делся? Мне не довезли, что ли, его, или что? Кто-то его своровал, я так понимаю, потому что что-то, блин, как-то... Такого быть не должно было. Не должно было такого быть, у меня был телевизор. Я же его покупал. Давай зайдем в интернеты. В интернеты зайдем, посмотрим. А, мои заказы, кстати. Восемь штук было доставлено. Два джойстика. Две консоли. Два стола. И два телевизора. А где телевизор, хочу спросить. Вон. Я, может, что не понимаю. Может, я что-то туплю. Мне кажется, меня смандошил кто-то телевизор. Вот и все. Вот и вся история. Или он где-то вот здесь вот находится. Просто я его не вижу. Обидно, досадно. Ну ладно, как бы... На самом деле, вот у меня где-то он здесь вот должен быть. Но я его здесь не вижу. Может, потеряли его по дороге? Да нету тоже его здесь. И здесь тоже нет. Может быть, я его куда-то повесил? Так, тут вроде телевизора-то я не вижу. Вообще нигде телевизора не вижу. Дружище, можешь чуть быстрее ходить? Спасибо. А, блядь, заказ. Один телевизор-то, один телевизор только. У, сука. У, сука. Чё за жизнь? Чё за жизнь? Своровали. Телевизор утвердить, утвердить. Утвердить. Чуть в мусор не нажал, потому что съехала панелечка. Панелечка. Ладно, хрен с ним, телевизор давай закужу. Ой, телевизор, телевизор. Придется телевизор покупать, представляешь, деньги тратить. Телевизор. Корзину. VR-контроллер этот. Табурет нужен. Джойстик нужен. Такой-такой джойстик нужен. Две табуретки нужно обязательно, пятизвездочные, потому что, ну почему бы и нет. Типа вот одну вот такую, другую вот такую. И вот тебе раз, 5600. Как будто, блядь, на ровном месте прям вот сдуло ветром и все. Так, да, вроде как так. Здорово. Почта. Так, ну это я понимаю, это, короче... Зачем-то мне нужна информация про то, как они... Про то, как они работают. Чтобы, наверное, я их работу видел. Хотя я их и так вижу. Да что ты будешь делать? Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. А, это заказы. Да, ёб твою мать. Что ты хочешь? Не дают из-за компьютера. Давай мы потратим с тобой вот это. А, не на что пока. Нельзя пока потратить. Две табуретки. А ты видел, да, сейчас? Пиздец, это обидно. Табуретка только что уехала. Куда уехала, не поймешь. А все, где ее теперь найдут табуретку эту? Она куда-то убежала. А вот она. А знаешь, где-то здесь телевизор должен быть. Возможно. Есть табуретка здесь? Дружок, телевизор здесь не видел, не? Не пролетал мимо. Просто как бы, если так подумать, то телевизор должен быть где-то... Здесь. Блин, дядь, подожди. Не, не, нету здесь телевизора. Ладно, хрен с этими телевизорами. Ну, улетел и улетел. Ну, с кем не бывает. Хотя, может, я его просто не покупал. Хотя, вроде, по количеству подходит, что я его покупал. Как будто покупал. Ну, типа, я не обеднее. Подожди-ка, там что-то с заказами, по-моему. Блин, опять, говорит, воняет. Ничего не воняет, здесь все вкусно пахнет. Здесь очень хорошо. Так, дай-ка мне... пройти. Я поставлю вот сюда вот джойстик. Второй. Вот сюда вот поставлю табурет. Правильно? Правильно. Чего? А, табурет не считается. Типа, он должен в притирку, что с ним сидеть? Ошалеть.
Как в него играть будет? Я думал, просто как бы по-человечески поставить, чтобы ему удобно было. Но игра говорит, надо в притирку ставить. Типа, ставь как хочешь, пусть играет, как ему, как он сможет. Неудобно, короче. И вот так вот вешаем телевизор с тобой. Вообще отлично. Ну и еще один джойстик, соответственно, вот сюда вот кладем. Так, заказов миллион, ты смотри. Ну, не миллион, а три, если быть точным. Обои. Сменить обои нажал. Че, у всех теперь будут тут такие? Пойдем наверх посмотрим. Может быть, правда такие будут у всех? Да, такие у всех. Отлично. Я бы сказал, даже более чем. Прекрасно. Чуть людей маловато. Так, заказы. Заказов нет. Это мне надо закрыть. Это надо разрешить. Интернет закрыл, да? Так, сотрудники тоже закрою. Открою отзывы. Пахнет отвратительно. Не трать сюда свои деньги. 2,8 средняя оценка. Но это потому, что очень долго было очень плохо все. Хотя и сейчас не прям круто, но гораздо лучше, чем сейчас, чем было. Все. Минус один. Минус один. Угу. 112. Коп, еще трешечка. 115 получается. Да-да, пройти-то мне. 270. Тетенька, не мешайте мне обрызгивать территорию. Опрыскивать. Тут просто нужно стоять, я не знаю, стоять и подтверждать заказы. Больше делать даже нечего, я не знаю, чем здесь заняться можно. 2,8. Да тихо ты, ну. Уходят люди, уходят. А уходит почему? Потому что я не успеваю все это сделать. Просто не успеваю подтвердить заказ. Ёпти, 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 тихо, 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 тихо. Смотри, сколько денег сразу пришло. У меня 6900, и я могу спокойно пойти накупить майнеров или там... Загорелось что-то, ёп твою мать, смотри-ка. А пожарного можно нанять? А чё загорелось? Тут вот такой дружок, да? Наигрался. Поиграл в компьютер, молодец. А, вот почему я никогда не допускаю перегрева видеокарты. Всегда смотрю на ее температуру. Чтоб, не дай боже, вот такого не случилось. Вот смотри, вот он опять жалуется на запах. А я в этом не виноват. Я в запахе-то не виноват. Я только что брызгал. Смотри, оп. И полетел, блин. Все, долетался. Короче, у нас с тобой, в принципе, делать больше здесь нечего. Просто больше делать здесь нечего. Есть VR, есть консоли, есть куча игровых автоматов, которые приносят очень много прибыли. Есть три компьютера. Есть... Что здесь есть еще? Охранники. Повар... вот это вот, как оно называется, маскот, который привлекает внимание. Есть официант, есть свертухи. Есть второй этаж, есть кухня. А, кстати, да, что-то там не купил я. Акустическую систему, по-моему, если быть точным, да? О, нифига себе тут заказов. Что-то я здесь не купил. Вот. Акустическую систему, микроволновку не купил. Все, все куплено, вообще все куплено. Можно пойти сливать деньги в казино. То есть, ну тупо, знаешь, уже просто, если нечем заняться, можешь пойти покупать всякую ерунду. По факту здесь делать больше нечего. Можно пойти накупить майнеров. Чем я сейчас и займусь. Не знаю зачем, просто так. Просто по приколу, у меня деньги просто девать больше некуда, поэтому я это сделаю. Так. 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 Так.
В одну у меня все не влезет, поэтому куплю еще вот это. Ну и на сдачу дайте мне вот это и вот это. Пускай добываются. Я не знаю, зачем они мне нужны, просто мне деньги деть некуда. Я так понимаю, здесь дают очки за то, что я трачу деньги. Вот и все. Не обворовали бы меня, пока я дойду до дома. Точнее, не до дома, а до своего кафе. Ну, потому что у меня столько денег с собой. И денег, и товара. Ух, ёп, денежки, деньги, деньги несут, смотри. Да... Ну выпусти меня, пожалуйста. Пусти, точнее. А, заказик пришел. Гляди-ка. Угу. Утвердить, утвердить. Что там по отзывам? 2,8. Ну до трешки мы догоним, наверное, и все. Несмотря на отличные оценки, они все равно продолжают... Ну, не увеличивается, короче, средняя оценка. Почему 2,8? Видать, очень много плохих заказов, отзывов у меня было. Так. Что я хотел сделать? Мне нравится, как он работает. Хороший мужик. Так, спрей кончился. Нужно выбросить. Нужно выбросить пустую банку, добрызгать ту, которая у меня есть. Так, все, кончился спрей. Так, а почему лампочка висит? Точнее, лежит на полу. Террористов больше здесь не было, и почему-то все равно это произошло. О! Как раз террорист. Только вспомнил. А вот и он. Красота, красота. Так, что у нас здесь с тобой? Случай буровой установки. А, вставить видеокарту? Вставить видеокарту. Второй случай буровой установки ставим. А нельзя друг на друга, нет? Чтобы как-то покрасивее, что ли. Раз. Два. Три. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Извините. Я не хотел. NNSS08. И здесь тоже самое надо нажать. А, все. Просто запустить нужно. Так, и здесь, соответственно, расставить вот этих жучков. Правильно? Правильно. Вон там раздает. Охранник молодец. К охраннику претензий нет. А людей не раздражает шум, который излучает вот эти вот устройства, интересно? Мне кажется, что нет. Ну, работает, не трогай. Ёпть, это что такое? А это должно быть так, нет? Мне кажется, что нет. Мне кажется, так быть не должно, но кто-то так сделал. Ой. Это что? Это игра какая-то, и кто-то в нее, видимо, играет. А кто играет, непонятно. Человека здесь нет. Ну и хрен с ним. В принципе, можно, знаешь, что сделать? 2,9, смотри-ка. А, надо зайти в ВВВ. Ой. Позакрывать надо все. Нужно зайти в крипту. Увидеть, что у меня крипты очень мало. И в принципе смысла вообще не вижу я. Ну, в крипте здесь смысла нет, потому что она очень дешевая. Прибыли здесь вообще очень мало с крипты. То есть надо сидеть, прям выдрачивать эту крипту. Это прям на долгосрок. Прям на очень долгосрок. Не то, что автоматы. Автоматы он купил, и они у тебя приносят деньги. Они в день. Один автомат, один себя за день окупает почти. Биткоин себя вообще не окупает. E-mail. E-mail пустой. Заходим с тобой на Apps.
А, смотри-ка. Тут Spotify для того, чтобы громкоговорители работали. Вот оно что. А, и заходим в Steam, соответственно. Покупаем. Купил. Все купил. Все игры купил, которые возможно было купить. Все. Так, что еще не купил здесь? Еда. Еда тут разная бывает. Отзывы. 2,9. Люди прут. Утро, я так понимаю, наступило. Смотри, человеки пошли. Во, раз заказ. У меня 6 тысяч долларов, и я думаю, что мне их... Ну, как бы, не то, что их, а в плане того, что у меня просто денег уже много. Мне уже даже заняться нечем здесь. Давай, в споте зайдем. Я боюсь, что меня просто забанят за это, за какую-нибудь музыку, за такую. Я не хочу ее воспроизводить. Просто она как бы... Пусть она где-нибудь там будет, пусть она там играет. На фоне. Мне она не нужна. Просто я ее на фоне включил, чтобы она у меня типа играла, и люди, наверное, как-то более позитивно реагировали на мое кафе. Вот. Плохие комментаторы едят дерьмо. Крутой отзыв. Мне нравится. Тихо, тихо, тихо. Утвердить, утвердить, утвердить. Вирус-сканер. Премиум так и стоит. Утвердить. Все утверждается, все покупается. Можно спокойно идти в интернет, купить какие-нибудь красивые лампочки, я не знаю, чтобы было. Все из этого я покупал, вот это вот я не покупал только. Дай какую-нибудь картину забацаем, что ли. Вот типа вот такой, вот такой. Не знаю, там, вот это куплю. На кой тоже я не знаю вообще, зачем это все нужно. Пусть будет. Пусть будет. Вот это куплю. Вот это куплю. И вот это куплю. Оплачу. Что там по заказам? Куплю еще, значит. Что здесь есть еще? Лампочки. Красивые лампочки. 5-звездочные лампочки мне нужны. Кроме, короче, вот этой лампочки навесной, да? Больше никаких 5-звездочных нет здесь. Это обидно. Нет, вот это вот есть, смотри-ка. Вот 5 звезд. 5 штук пусть будет. На 3000. Красота. Место, куда я не пойду. Блять, плохо. Плохо, что он не пойдет. Да что ты будешь делать? О, деньги. Деньги хочет отдать. Ты гляди. А я сижу, жду. Где там мой верблюд? Где мой верблюд, который сейчас мне должен принести... Что должен мне принести? Картины. Вам мне должен принести картины. 2,9. Почему вот здесь вот хороший отзыв на 3 звезды и плохой отзыв на 3 звезды? Что это значит? Сколько у нас с тобой времени-то? О, времени как раз под конец. Собственно говоря, мы, наверное, с тобой картинки сейчас развешаем. Так, блин, рот я его шатал. Что такое-то? Утвердить, утвердить. Пойдем картинки развесим. О, тут еще и лампочки. Тут все сразу принесли. Какая же красота. Так, лампочки сначала давай развесим. О-о-о-о, нифига себе, давай вот это сначала повесим. Вот сюда. Во, зашибенский. Только зачем он здесь нужен, я не знаю. Ну пусть будет.
Во, видел, сейчас опять улетело. Лампочка еще одна, пятая должна еще где-то находиться. Вот она. Вот на пятая лампочка. И, соответственно, много-много-много картин. Я абсолютно безвкусный, поэтому мы с тобой просто сейчас... Тихо, а что такое-то? Что мне мешает здесь поставить лампу? Ничего. Даже совесть не мешает мне поставить здесь лампу. Музыка играет прикольно. Мне кажется, за такую не забанят. Она какая-то очень простая. А куда она должна вешаться, эта лампочка? Я вот не по... А, во! Во куда должна вешаться лампочка. Ну, давай вот так вот навесим. Вот сюда. Ух, нифига себе, какая яркая. Вот куда-нибудь вот сюда. Чтоб по башке бил, когда играешь. И сейчас еще повесим куда-нибудь. На второй этаж, наверное. Не, вот сюда вот повешу одну. Прям вот тут. Так, ничего нового нет. Женщина, пройдите, пожалуйста, пройдите побыстрее, пожалуйста. Я хочу повесить лампочку вот сюда красивую. Ты что будешь делать? Что ты будешь делать-то, ну? Дай вот сюда вот повешу раз лампочку. И вот сюда вот повешу два лампочку. Ну, типа, знаешь, в комнате с консолями она вообще не нужна, эта лампочка. А вот в комнате с компьютером нужна. Вот опять выделение с автомата не сходит. Удобно тебе здесь играется, не? Ноги на стул поставил. Нахрена им было два джойстика, непонятно. Играют все равно по одному. Нифига себе, сколько заказов. Пойду всех одобрю. Аж 4, ты гляди. Уходим. Вешаем картинки. Картинка раз, картинка два. Картинка три. Вы здесь решили полюбоваться живописью? Я сейчас пойду на стены ее повешу, поэтому не переживайте. Да что такое-то? Что-то, блядь, совсем не вешается никуда. О, вот здесь можно повесить. А здесь что? А здесь опять можно смотреть. Блядь. Багованная игруха вообще, конечно, жуть. Пускай здесь висит. Пускай вот здесь висит. Не, вот здесь вот. Пускай вот где-нибудь вот тут висит. Ну, над двумя телеками прям. С котиками, ты гляди. Какая красота. Picture Cat называется. Ну и все, собственно. Что здесь еще делать? 2,9. Можно дождаться трехзвездочной оценки, но, блядь, смысла я в этом вообще не вижу. Просто потому что. Денег уже куры не клюют, ты гляди. 10 тысяч долларов просто на ровном месте. Я вообще уже, я не знаю просто, что здесь еще можно сделать. Поэтому давай мы с тобой попрощаемся. Где здесь карта? Есть же карта. Ваше интернет-кафе, магазин секонд-хенд я был, в клубе был, в BTC Miner был. Собственно, все. Мы с вами все сделали. Я хочу сказать спасибо всем за просмотр, за то, что вы смотрели, посмотрели все прохождение этой игры. Рад вас буду видеть снова на своем канале, на других видео. И ставь обязательно комментарий, пиши лайк. До скорых встреч и пока.